Всем привет! Сегодня у нас финальный этап бомбических приключений Додек. И он максимально усложнен. У нас тут крестик, крестик, квадратик и маленький крестик. Тут тоже мины, водоросли, камушки. И самый веселый сюрприз вот этот двигающийся камушек, который будет нам максимально мешать. Куча двигающихся рыбок. Короче, нужно быть внимательным. Поскольку это финальный этап, после того, как вы выйдете из этой менюшки, сколько бы очков вы не набрали, у вас запустится сюжетный ролик, в котором вы будете получать подарки от Кли и от Лизы. И поэтому мы сейчас попробуем пройти, насколько пройдется. Я вам объясню принцип, но если максимум не выбью, как говорится, и ладно. Главное, чтобы принцип был понятен. Посмотрим ролик и получим подарки. Камушек подбегает, мы сбиваем водоросли. Переключаемся на крестик, сбиваем желтых рыбок. Так, идем сюда, сбиваем водоросли здесь и подождем, пока рыбки подойдут поближе, чтобы вот так всех сбить. Повторяем с этой стороны то же самое. У нас осталось два крестика, этого должно хватить ровно-ровно на всех рыбок. Идем в центр, и нам нужно ударить по рыбке в тот момент, когда вот эти прыгающие будут приблизительно на одной линии, вернее, точно на одной линии, и не попасть в камушек. О, получилось. И последняя у нас сбивает дальних рыбок. Детонировать ее нужно самостоятельно. Вот так. Додек defeated lots of bad spiky fish warriors. Посмотрим ролик. Even the spiky fish king was no Додек Jumpy Dumpty and Klee Spikes and Splash are the best. Incident happening in Cider Lake. Did Lisa think, but come to think of it, why go to the trouble of finding the invading species when they could just ask Klee to blow up every suspicious fish? Не взорвать все озеро. Так they будет намного проще. Да, дайте well, нам бомбы. From the looks on your faces, it seems like you're having fun. It's Lisa! We loved playing Dodeko's Bombastic Adventure. What a fun game you designed! Жалко Лизы не в скинчике. Мне так нравится ее новый скин. Thanks for playing. I'm glad you enjoyed it. Я ради него на этом аккаунте пешком дошла до Сумеру. Потому что старый скин мне не очень нравится. Klee wants to see Dodeko going on adventures in all kinds of places. No, wait. You must have spent a long time working on the game. It must be exhausting. Да, бедняжка, we shouldn't make Lisa work too hard. Aw, thank you for being so considerate. But if it helps keep you happy while you stay inside the city, I'll be more than happy to spend as much time. Of course, I understand that you prefer going on your own adventures whenever you like. The game is just meant to be a new way to pass the time. Anyway, I have some great news, and I've also brought a gift for you cuties. A gift? Actually, I have a gift for Mr. We'll get to the gifts in a moment. Let me tell you the news first. That's right. Two knights from the investigation team found the invasive species. The knights have also determined the cause of their invasion. The species were accidentally introduced to the lake by a merchant without any malicious intent. So the knights let her go, after some lecturing and issuing a fine.
Тут, кстати, не важно, что вы сделали с торговкой и ресторанами. Отпустили речевки абсолютно одинаково. Is it time for gifts yet? Can Klee go first? Of course. Klee's been returning home on time every day without being reminded by anyone. So. Подарки классные, но увы, чисто декоративные. Никакой игры связанной с ними нет. Вот эта вот штучка просто очень мило выглядит. Мне так хотелось, чтобы она чего-нибудь делала, лучше все взрывалось. Да, жалко, что мы можем бросить бомбу. В моем чайнике очень не хватает взрывных устройств. My gift is a lot less creative than yours. It's a storybook about Dodoko's bombastic adventures. Да, симпатичная книжечка. Ее можно почитать в инвентаре. The little cuties return to Mondstadt and join Klee on an adventure with Dodoko. Together, they defeated the bad spiky fish warriors and then enjoyed an afternoon tea. A most fitting way to end Dodoko's bombastic adventure. Did you plan out the whole story while designing the game? No. As the protagonists of the story, you, little cutie, and Klee all played an important part in bringing the story to life. I've left a blank spot in the book specially for illustrations. But I just thought of an even better idea. Since we're all here on this special occasion, why don't I take a photo of you together? We got to see our friends and play games together! That's definitely... Come on then, Mr. Honorary Knight and Paimon! Ready, Lisa? We had so much fun today! 3, 2, 1... Dodoko! А Лиза что, не фоткается? Эх вы. Ну ладно. Рыбы жили тихо и безмятежно, пока не пришла Клей. И они перестали жить тихо и безмятежно. И стали шашлыком. Нет. Да.
собственно, он такой большой, миленький, плюшевый, прыгает. Хочется, чтобы он еще что-нибудь делал. Ну, там, взрывался, например. Но, увы. Он просто прыгает и мило выглядит. Хочу такую подушку-обнимашку. В общем, на этом все. Приключения Кли закончились. И мы с вами прощаемся до следующего ролика. Всем спасибо!